Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadget Mania. Очередная посылочка из Китая. Шла что-то порядка 30 суток. Давайте откроем, посмотрим. Это новое видео на канале Gadget Mania. Мы начинаем. Поехали! Итак, внутри должны быть лампы. Аксессуар довольно-таки модный в последнее время. Стоит небольших денег, но в принципе пригодятся, может быть, в походе, может быть, дома, когда освещения нет, и при этом вы можете использовать любой источник питания, как современные зарядные устройства, переносные зарядные устройства, так и просто обычный порт USB. Внутри должны быть лампы. Давайте недолго будем выслушивать мою речь. Просто посмотрим. Это всеми известные, к сожалению, не оригиналы. Больше здесь ничего нету. Всеми известные лампочки, которые представила компания Xiaomi, но их копируют. Их здесь не все одинаковые. Их здесь должно быть 5, 10 штук. Давайте откроем, посмотрим на примере одной лампы. Вот такой вот аксессуарчик. Все, я думаю, что китайцам проверялись на работоспособность перед отправкой. Но мы об этом еще раз в этом убедимся. Значит, коробочка. Здесь у нас краткие спецификации, что может эта лампа. Здесь показано о том, что... Причем, скорее всего, я буду разговаривать с продавцом. Вроде как он обещал, что это будет оригинал, потому что ценник примерно равен оригиналу. Указаны все цвета, прислали все 10 оранжевого цвета. Будем задавать вопросы, почему так. И, как мы видим даже по упаковке, это не оригинал, не Xiaomi продукция от компании Xiaomi. Это такой полуподвальный Китай. Давайте посмотрим, вообще работают или нет. В любом случае, мне не нравится, когда я заказываю, на картинке смотрю одно, в итоге приходит совсем другое. Здесь у нас все в прорезиненном таком корпусе. Очень похож материал на... такой некий смесь резины с... Это все дело гнется. Скорее всего, здесь диоды. Давайте включим USB. Немножко от вас отвернем. И, соответственно, вот таким вот образом это все горит. Да, действительно, все горят. Точнее, эта конкретно лампа горит. Довольно-таки сильное освещение, на что может... Она по-всякому гнется. На что может способна, скажем так, лампа таких размеров? Светодиодики светятся вот таким вот образом. Я думаю, что, ну, в принципе, стоимость что-то порядка 3-4 долларов за штуку. Но за эти деньги можно купить оригинал. Будем смотреть, почему здесь вроде как вставка из какой-то... из какого-то материала, очень похож на такую пленку алюминиевую, что-то типа фольги, но может, нет, это не фольга, это скорее всего материал какой-то сплав алюминия или, ну, в любом случае, железный. Здесь USB 2.0, скорее всего. Здесь сам экранчик под LED-индикатор, оранжевый цвет. Еще бы было прикольно, если бы он светился в темноте. Но мне кажется, что его и так будет, в принципе, видно. Давайте еще раз воткнем и посмотрим. Вот так вот это все светит. В принципе, что тут рассказывать, как говорится? Обычные лампочки. Ожидал оригинал, прислали не оригинал. Будем разговаривать с продавцом. Теперь у нас новое введение. Такая минутка рекламы. Все, кто хочет прорекламировать свою группу ВКонтакте или, может быть, свой YouTube-канал, в конце каждого из роликов будет свободное место, порядка 15 секунд, окошечко с видео, ссылочка будет кликабельна. Пожалуйста, за приемлемые деньги мы сможем вам помочь каким-то образом, чтобы о вас узнали. Да, аудитория у нас еще не пока, вернее, пока еще не совсем большая, но я думаю, что начинающим проектам будет интересно. Мы хотим помочь развиваться всем. Так что вот такие вот дела. Еще раз спасибо. Ставьте лайки, если информация вам была полезна. Подписывайтесь на канал. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Следите за нами в социальных сетях. Подписывайтесь на наш Twitter и Instagram. Всего доброго. Пока-пока.